потом выключается зажигание. Так, сначала зажигание, вот эта кнопка, да? Да, сначала включаешь зажигание. Стрелка поднимается. Поднимается вот стрелка, показывает количество топлива. Потом, значит, два сигнала происходит. Потом включаешь вот этот старт, держишь ее, стартует. Потом, значит, держишь стоп, стоп идет. И потом выключаешь зажигание. А вот внизу под зажигание. Это когда я гашу двигатель, вот я держу, нажимаю сюда стоп, да? Да. А потом зажигание ставлю. Да. А что нам вот это под зажиганием? Снизу это прогрев. Замена клетчатки. А не нужно его платить? Вот этот. А бумажный? Скручиваешь там. Да, самое главное, что? Болтики под... аккуратненько. Болтики туда не попадали, что ли. Это если так, без снятия этой самой лестницы. Лестницу тоже надо было при действии. Ну, она не снимала. А здесь вот какие-то осол залиты или что? Если там у нас, сейчас посмотрим, если резина отлетела, значит, будем снимать патрубок. Угу. Если нет, значит, нет. Придерживай. Пальцами потом откручивай. Там было, у вас магнитик. Отца и баста. Ну, понял вас. Ты знаешь, как бывает под руку скажешь? Да? Нет. Да, я вот так с этой стороны. Да, с этой стороны. Как часто приходится менять эту клетчатку вообще? Расходим. Регулярно. Регулярно, соответственно. Раз там... Конечно, а мне обычно в чартере раз в сезоне меняют. Люк, конечно, они могли бы и побольше сделать. Ну, хотя на самом деле... Все нормально. Это только... То есть, может быть, дело не в бобине, да? Так, может, что-то пакет какой-то попал на сад? Же... А, хлеб попал, знаете что? Мы же тут хлеб бросали. А, хлеб. Сегодня рыбушку кормили. Хлебушек там плавает, он везде плавает. Он там... Бедный, да? Хлеб не принесет такого. Добрый Серега, вредите. Лех, Серега. Я с носа гидал, нормально. Да, у меня уже все тут целое. Да я думаю, это что-то попало. Давайте посмотрим фильтр тогда вот там. Фильтр посмотрели. Еще посмотрели. Еще раз открываю. А, вы открывали его? Да, мы открывали. Да. А, сейчас нас осадили. Нет, сейчас. Ясно. Вот. Значит, воздухом просто. Да. Вот поэтому он и не то самое, не затачивает. Я его промыл же. Вы его как бы так, этот фильтр вы часто не открываете, потому что именно по этой причине вот. Может, воды приснуть? Вот правильно, давай. Давай-ка стаканчик сюда, да, с водой. А, ну, сейчас давай. Мы сначала закрываем эту клетчатку. Конечно, полную налить. А что, она не сосет? А что, ни в клювике не носите? А сколько там ты надо заливать? Давай еще стакан. Для контрольных. Чашки капитана заливаем. Да, 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 такая. Знаете, ладно, слушай, уже. Слушай, это... Чашки капитанские туда. Так-то еще чашки три влезет. На, отрисни и не страдай. Ух ты. Ну, а это кофейник. Клизайка. Бам. И каков эффект этой воды? Она что, она воздух выгоняет, да? Ну да, сейчас он пузырит, слышишь, булькает. Значит, воздух выходит. Он имеет свой... А какой был симптом? Что, слабо двигатель работал? Или нет, что? Звук двигателя изменился и выплескиваться перестало. А за борт вода перестала выходить, раз, да? Потом перестала. Он же у нас тихо работает, а тут громко стал заработать. Басом. Она должна плевать как следует. Не стесняться. Вода там ушла? Да, ушла. Да еще подлить. Давай еще тогда ложечку. Чего же он замолчал? Нет, дело-то не тебе. Что ты? Ты правильно сделал. Вот он так часто уходит. Давай еще. Она, наверное, будет уходить, нет? Конечно. Уходит, уходит. Это время. Сильно не облокачивался. Все, закрывайте. Вообще этот фильтр там раз предыдущий там проверили и все. Подожди, там эту ровно поставил предыдущую.
нормально все. Угу. Сильно не затягивай. Так. Все, нормально. А вся стрелка встала, значит. Ну что, пошла вода? Вот так должна вода выходить. Это на газу. На газу, да. Вот, вы должны закрывать этот самый воздух. Вернее, перекрывать воду. Получается, вы открыли, воздух попал. Все стекло. Все стекло вниз. Стекло. Проверили, там почистили фильтр. Поэтому надо перед тем, как открывать, закрывайте кингстон подачи воды. Открывайте, вынимайте. Там он у нас не закрылся в прошлый раз. А кингстон это где находится? Потом ну, за мотором, вот здесь вот, где коробка передач. Все тогда. Убираем обороты и отходим. На бок. Кормой.